ребята, с вами я, как всегда, Лёжа, и сегодня мы хотим, точнее, я хочу пройти батл парку. И, блин, я не знаю, что здесь надо делать и что это внизу. Что это такое? Не будем на это обращать внимание. И погнали паркурить. Нет, ну вообще, это не фигня. А что теперь? Блин. А что делать? Что роботы? Типа вот так? Ай, упал! Ну? Ой. Это что это обозначает? Ну ладно. Давайте пропаркуем. Опять легкая дня какая-то? Итак. Блин. Так, еще один раз пробуем. Так. Третий раз. Так. Вот так. Почему я это раньше не мог? Ладно. Итак, это станки паркур. Начинаем. Блин, что это кинулась, да, уважаю? Это же так просто. Из-за того, что я проходил раньше. Блин, почему это так сложно? Я это прохожу. А теперь страх прыжки. Нет, ну вообще легко дня. Да блин! Так, я где-то на этом моменте заложал. Да, на этом. Так, главное сейчас не умереть. Точнее, не свалиться. Так. Фух, это реально сложно. Я не придумываю. Я. Как я это до сих пор прохожу? Я скопал весь обстиан, забрал вещи, поставил ее место в воронку и отправился... Это я неопытный паркурист. Серьезно, я неопытный. Но мне кажется, я прокачался. Ну да. После этого паркура, который был адский, во-первых, долгий, во-вторых, паркур сложный, этот паркур я проходил, конечно, не видно. Хекта! Неважно. Это называется просто паркур. Что я должен был поделать? Короче, там очень много паркура, и я его весь не прошел. И так было ясно. Потому что я не такой уж и трудолюбивый. Поэтому вряд ли я бы прошел где-то больше 10. Ой, нет, не 10, где-то больше 100 паркуров. Я чуть не свалюсь. Так. Нет, ну вообще резко дня. О, здесь надо будет попотеть. Не, ну вообще резко дня. Как? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да блин! Да блин, это невозможно. И поэтому я имею полное право пропустить, потому что это невозможно. Да почему? Так, еще один раз пробую. Это было легче простого. Да блин! Почему это так хорошо?
мог провожаться, скажите мне. Все, наконец. Если я сейчас провожаюсь, это будет совсем капец. Тупо. Да в смысле? Так, все, я здесь очутился. Теперь начинаем прыгать и сесть. Да почему? Короче, всем советую. Короче, ту карту прошлую паркура. Короче, она реально крутая. Книгу, которую мы можем почитать. А то, что мы не англичане. А что мы не умеем читать? Рост сначала посмотреть. Do not chat, have fun, do not drink any milk. Круги. LP4. О, мне тошно это. Тошнота что значит? Я с тобой тошнота? Нет. У меня вот так все качается. Вот так. Ну что, это что, жизнь? Боже, почему? Шоп, лава, трейл, нафига, нафига. Майн коинс. Итак, я выиграю. А нет, второй. Локет. Вот первый выиграю. О, нет. Паркур. Я выиграл. Раз... Я проиграл. Это очень легко. Это очень сложно, серьезно. Это очень сложно. Второй. Это реально очень сложно. Это очень сложно. Боже, давай читаем. По твоему мнению, я должен замазывать каждый свой мат? Что? По твоему мнению, я должен замазывать каждый свой мат? Не ругался. Ага, конечно. Что ты сказал? Мне не верит, да ты выиграл. Я уже не помню. Потому что ты говоришь, я... Я один. Хотя я ничего не услышал. Сори. Не сори. Вот именно, не сори, есть куча крошек. Да птичка. Да сколько можно уже? Вон. Это птичка! Это уже какой-то мега-паркур! Птичка! Красивая! Давайте поймаем! Жесть! Да, я еще вижу стэч-пять! Боже мой! Первый уровень, так круто! Кстати, это последний на сегодня, точнее на это видео паркур. Ой, я хотела спросить, когда будет испытание? Ты помнишь, что я строила испытание уже? Я хотела... Но мне лень. Я не верю. Тогда ты не можешь создать. Теперь ты там не подвинешь. Окей, touch 5. Боже мой, я там вижу уже конец. Нет! Папочка. Боже мой, я был сейчас не на соске и мог умереть. Вроде бы в Level 1, то есть первый уровень, а так уже сложно. Нет! Да блин! Все, я наконец-таки добрался. I will to Alban! Я смог! Я смог! Yeah, boy! Ой! Я каждое утро... Было 10 коинсов! Всего лишь! А ты прыгай все гадки! Не буду с тобой даже говорить, говнюк! Лава. Лава. Water trap. Это бесплатно. Ой. Чё? Water trap. Я не понимаю. Green Star Trail. Чё? 60 монет. Это просто эффект. Ой. Ой. Это лично. Стоп. Он все видел. Это свидетель. Мы должны его устранить. На, вот Леша. Вы здесь?
Mm-hmm.